Персим, вот и 4, глян ковиков, ладно, хватит то, что говорю, что типа глян ковиков, глян бумага. Просто я ничего оригинального не придумал для начала видео. Чего еще не будем играть? А, сейчас я найду какую-нибудь игру и к вам вернусь. Итак, я уже настой. Сивые боски. Мелкий карапуз. Хотя вот, по-моему, длинные ноги. Хаги-ваги. Пишку Фредди. Стив. Хаги-ваги. Пукачу. Крыса какая-то. Бэтмен! И куча всяких разных какашек. Я вернусь к вам, газ уже... Я вернусь к вам, когда уже газ закачается. Спустя 5 часов. Игра уже готова. Черный экран. Это обычно. О! Ноль. Или это огромное. А, использую наушники. Нет, спасибо. Я знаю, так как надо убрать вибрацию. Да давай уже. С чем это закачало? Блин, только X3. Магазин. Я могу за 400 рублей купить 10 тысяч монет. Один скин стоит 200. Я первый буду. Парфюм инопланетянин. А, блин. Блин, я, к сожалению, в этом мультиплеере проиграл. Блин, мой X5 попался. Дальше. Крутой блин. Давайте еще попробуем мультиплеер, этот мне понравился. Припустим, понятен. Опять не получилось выиграть. Получаем девчульку. Дядя какой-то. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, не успел, дядя. Есть, все-таки первый. О, как пошло-то, а? Ладно, могу покрутить. Хуй бы мой пускин. О, да, отлично. Его пускин. Скин охранника, блин. Это ж круто. Напишу, когда типа, когда он в обычном состоянии, он кружок, а так, когда он орёт, он квадрат. Это странно. Я что-то сказал, он орёт, он старше. Блин. Ой, 4, неплохо. Я могу еще покрутить. Хоть бы хаги-ваги попался. Хоть бы хаги-ваги, он вообще крутой. Блин, 80 монет. Ну тоже неплохо. Так, можем еще скин выиграть. Ну, кажется, на тот говно. Да? Бат, опять же, сменок, клетки. О, это за рекламу можно открывать. Вот. Вот этот танк, да, мне это нравится.
Да блин! Тут немножко... Я просто давно в эту игру не играл. Кстати, Орел в эту игру играл даже иногда. Пока даже таких скинов не было. Были только остальные, которые можно было выявить и все. А, куда? Наверное, вам неприятно? Мне тоже. Ля, у нас вино скоро откроется за реками. О, новый скин. Давай. Я хочу. Хочу. И железного человека, но мне не дают. Хуй бы хаги-баги выпал. Нет, всего лишь 10 монет. Я открывал. Зашибись. Почему я обычный чувак? Вы издеваетесь. Да я уже орать. Да блин. Опа. Ну я, кажется, второй. Нет. Хорошек спивать. Скоро, может, надеюсь, что нас скоро рекам будет давать. Спин. Давай. Блин, ну не хаги-ваги, а. Не хотелось бы так хаги-ваги-то. Могу еще персонаж покрутить. Ай, не профукал монетки так-то. Что он попадется? Куку-бандит на минуту. А, тут нужно. Где моя реклама-то? Или она только в начале, или нет? Я пропущу кучу золота. Не могу вернуться обратно? Наверное, нет. Прикольная, в принципе, игра. Хотя даже не играл тысячелетиями. Блин, опять X3 дурацкий. Так хочется этого винома, ну блин, а. Игра жадная просто, не дает. Давай, хаги-баги, пожалуйста. Блин, почти. Ну, 30 золота. Это ж я мог бы и сам набрать. Мультиплеер давайте. Есть хоть X3 выпал. Но я не первый, как обычно. Так, давайте будем экономить эти штуковины. Опять нам предлагают скин терминатора, блин, какого-то. Ждем. Блин, так X2. Так, у нас есть две попытки, чтобы получить скин. Хаги-ваги. Так, первая попытка нам дала 60 монет. Вторая попытка нам дала... Хаги-ваги! Ура! Я его хотел, наконец-то. Используем. Хе-хе, ну и у него и звуки. Это уже немного забыл. Когда до города, это вообще просто ржака полная, это даже не страшно. Щу.
Ля, чисто червяк Хаги-Ваги. Спуки свой раз. Блин, только их стрибнул. Теперь мы будем копить вот эти штучки, что тут нечего выбивать. Если ничего делать не будем. Блин, да X2! А да, я же своим X2. Он мне не нужен вообще. О, следующий скин тут, который мы не будем использовать, потому что стандартный скин это просто говно. Хаги-баги или охранник. Наверх хаги-баги уже крутой. Жесткие скины тут. А дверикам открывается. Но тут много скинов. Тут даже Дарт Вейдер есть. Соник, Миньон, Марио. Here we go! Наверное, где у Марио? Прикан, к сожалению, пока с ней работает. Я могу крутить, но лучше подождать следующего раза, когда будут новые призы. Мы дверь, конечно же, не открыли. Пока еще почти семенки собрал. Блин, шарики сюда. Блин, X3 опять. Корова, хочу корову. Корова классная. Не знаю, она мочит хорошо. Я могу мультиплеер давайте сыграем. У нас почти у нас Соник. Они, конечно, жака полная. А то я на хоть X2 попал. Я на X5. О, против какой-то чего, Симпсонов против. Блин, одну монетку пропустил. Хороший X5. Чисто везет. У меня уже 5 штучек есть. Предлагает мне Пакмана. Он, конечно, крутой, но американ не работает. Почему-то. Могу прокатиться с вертрешком, но, конечно, это не надо. Нет, ты чуть не упал! Еще раз. Я сейчас попробую перезайти. Может, у меня получится запустить рекламу. Итак, я заново захожу в игру. И что тут? Черный экран. А, во, все. Наушники используйте, а потом попробую использовать наушники, но они жрать будут. Я же не люблю это. Надеюсь, что после этого уровня реклама сработает. Если нет, то значит, у меня сразу не так с рекламами. Я потом кучу скинов бы открыл, интересно, хоть у меня только 2. Это охранник Хаги-Ваги. Хоть 3x3 выбил. Это не... Ну, кстати, у него вообще другие волосы, так-то... Прям пропустил монетки. Дайте еще раз. Страйк, о май гад. Отличный X5. Еще мне выпадет. Купринов мне, блин, выпал какой-то. Кстати, робот тут на Куприна похож. Ой, какие тут лабиринты, блин. Вау, лабиринтики.
Орём, как обычно, что нас лагает. Блин, опять их два. Хочу получить, но не дается. Блин, ну что-то не так клюв с рекламой. Чисто фен у меня сдуло и все. Люсик поднял мне. Точнее, хаги-ваги. Блин, только X3. Ой, там мышка классная. Только меня Пукачу, но у меня, как обычно, реклама не работает. Ой, это что такое? Надо это спустить сюда. И уровень пройдет, считайте. Уже. Что за попрыгушка такая? А, просто мы капельку подтолкнулись. У коробочки. Блин, одну монетку пропустим. Хоть X3 поймал. Мыша почти готова, нам нужно 40%. Это тебе не хухры-мухры. Блин, упал к кактусу. Не могу обратно выбраться. Это считай способ, если ты застрял. Блин, X3! Я думал, что будет X5. Я могу хоть на X4 попасть. Вон такой видео, портрет лайки. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, с вами был бойфренд. Всем пока, извините, что так мало видосов, у меня просто немножко ленивая жопа. Пока!